При слове «современное искусство» зрители, обычная публика, как правило, сразу же говорят: ну нет, давайте нам традиционное искусство. Искусство написано реалистами, масляными красками. А между тем эпоха масляных живописи прошла. Можно сказать, что это ее век был 400 лет, с 1500 по 1900 год. Вообще то, что мы сейчас называем современным искусством, это искусство отсчитывает свое начало с 89-90 года. Но современный зритель не принимает искусство даже то, которое было сделано более 100 лет назад. И, конечно, это у нас большая проблема. Конечно, «Черный квадрат» Малевича и «Фонтан» Дюшана были созданы более 100 лет назад, но копия до сих пор мечется вокруг этих художников, и их до сих пор не принимает современная публика. Та грань, то искусство, которое еще может принять современный художник, это прежде всего импрессионисты и постимпрессионисты. Это вторая половина XIX века. Но нужно помнить, что и этих художников, и Клода Моне, и Винсента Ван Гога в свое время не принимали на салоны французского искусства. Тем не менее, сейчас эти художники достаточно хорошо представлены на выставках и альбомах. Это, конечно, здесь и в первую очередь благодаря маркетингу, каким-то художественным романам, написанных об этих художниках. Ну и здесь не в последнюю очередь играет интересная судьба этих художников, и снято очень много и документальных, и художественных фильмов. Поэтому, быть может, это искусство близко современному зрителю, потому что они в этом начали разбираться. Они начали его понимать, то есть затратили для этого мыслительную работу. Когда мы играем в настольные игры, мы же учим правила игры, чтобы для того, чтобы получить от этой игры удовольствие. Или когда современные зрители смотрят футбол, другие какие-то спортивные мероприятия, мы учим правила. Но почему-то считается, что когда мы приходим в выставочный зал, то современный зритель не должен ничего знать об искусстве, не знать контекст, а просто получать удовольствие. Но современное искусство, как мы увидим чуть позже, оно далеко не про удовольствие. То, что российская публика не принимает современное искусство, еще тем более странно, что в начале 20 века русское искусство, конечно, было в авангарде всех художественных событий мира. И если незнакомых людей на Западе спросить, незнакомых вообще с историей искусства людей спросить о русских художниках, конечно, нам назовут не Репина, Шишкина и Айвазовского, наше все, а прежде всего упомянут такие имена, как Казимир Малевич, Марк Шагал и, конечно, Василий Кандинский. Василий Кандинский вообще изобретатель абстрактного искусства и, быть может, автор самой важной книги, которая написана художником, это «Точка и линия на плоскости». Еще у него есть, конечно, замечательная книга о духовном в искусстве, где он, собственно, очень грамотно и серьезно говорит о зарождении современного искусства и о том, что наслаждаться современным искусством можно и без сюжета. Пусть о сюжете нам говорит литература, а живопись способна на нас влиять только при помощи форм и цветов. Но давайте еще вернемся к XIX веку, второй половине, вот когда, собственно, искусство от эстетического удовольствия стало превращаться, так сказать, в искусство XX века. В первую очередь это Жорж Сюра, постимпрессионист, его можно иногда назвать и пуантилистом, от слова «пуант» французская точка, или дивизионизм, от слова «дивизион» разделение. Это тот художник, который предложил наносить на поверхность холста краски точками. Ну, вот отсюда, собственно, и название «пуантилизм». То есть он говорил о том, что об оптическом эффекте в живописи и что краски должны смешиваться в глазу у зрителя непосредственно, а не на холсте. Поэтому, например, чтобы изобразить зеленую траву, он изображал желтые и синие мазки рядышком. И вот здесь уже мы не можем говорить о том, что это красивое полотно, что здесь мастерски нанесены мазки, на которые приятно рассматривать эту фактуру. Здесь ничего интересного уже нет, просто точки. Следующий шаг, который нас отдаляет от реалистического искусства, это, конечно, редимейды Марселя Дюшана. В 1913-м он на выставку заявляет свой фонтан, купленный писсуар в обычном сантехническом магазине. И основная идея, если упрощать, что то, что художник называет искусством, в контексте выставочного зала или музея действительно становится таковым. Но кроме того, можно еще сказать, что фонтан сам по себе и формой обладает достаточно эстетичной, такой волнообразной. И третьим у нас, можно сказать, гвоздем в крышку гроба реалистического искусства у нас вбивают, конечно, кубисты. Кубисты изобретают коллаж. Но одновременно и с дадаистами, конечно, коллаж изобретали и русские авангардисты, но тем не менее кубисты стали изобретать синтетически, третья стадия кубизма, где на живописное полотно стали приклеивать куски старых клеенок, обоев, газет, каких-то этикеток, винных бутылок и всего остального. То есть здесь уже о какой-то категории эстетического в привычном нам понимании уже не приходится говорить. И вот после вот этих всех нововведений, конечно, говорить о реалистическом искусстве уже не пришлось. И с этого момента, с начала 20 века, пошли разные измы. Во Франции это, безусловно, фавизм. В Германии экспрессионизм. В России супрематизм Малевича, конструктивизм Владимира Татлина. И вот эти измы набирают обороты к началу Второй мировой войны. И главенствующим в 40-е годы стилем, в 30-е и 40-е, был сюрреализм. И надо сказать, что до Второй мировой войны, конечно, центром мирового искусства был Париж. А так как из-за прихода к власти в Германии нацистов, многие художники были вынуждены эмигрировать. Эмигрировала потрясающая школа дизайна Баухаус. И в этот момент Америка, конечно, обретает такой расцвет искусства. На их земле существует очень много художников с ультрасовременными стилями, с ультрасовременным взглядом на искусство, архитектуру, живопись и дизайн, если так говорить. Поэтому с 40-х годов главным центром искусства становится в мире Америка. И первый стиль, истинно такой американский, это абстрактный экспрессионизм. И вот абстрактный экспрессионизм, конечно, представлен художниками, живописцами действия, прежде всего это Джексон Поллок, и живописцами цветового поля Марк Ротко, который пошел еще дальше Василия Кандинского и сказал, что для того, чтобы испытывать какое-то эмоциональное воздействие от живописи, нам не нужна даже форма, можно оставить только цвет. И вот абстрактный экспрессионизм приняли сразу же защищать теоретики искусства, подготавливали теоретическую базу. Один из главных искусствоведов середины 20 века, Клемент Гринберг, он вводит такое понятие, как медиум-специфичность. Гринберг говорит о том, что медиум, то есть это средство художественной выразительности, например, в живописи это масло, в графике это перо, или резец художника, его желательно максимально очистить, вот этот медиум, от остальных. Вот, например, если у нас сюжет есть в литературе, то пусть он будет в литературе. Что живописи не нужно стремиться изобретать объем. Пусть объем изобретает скульптура, то есть он ей наиболее близок. А живопись, она плоская, то есть холст плоским, поэтому живопись не должна быть объемной, не должна к этому даже стремиться. И чем больше она от этого очищена, тем живопись лучше. И вот здесь как раз абстрактный экспрессионизм воспринимался им как вершина вот этого живописи. Когда холст художник мог расстилать на полу, когда у холста не было верха и низа, когда он покрывался красками на горизонтальной плоскости. И так оно и продолжалось. В противовес очень серьезному, пафосному даже где-то искусству абстрактного экспрессионизма приходит искусство поп-арта. Новое молодое движение, которое выступает против предыдущего поколения художников. И вот так это искусство продолжается еще несколько, одно-два десятилетия, и появляется минимализм, последующий за ним концептуализм, с которым связывают появление такого понятия в искусстве, конечно, как постмодернизм. И здесь уже основным теоретиком искусства, одним из основателей журнала «Октобе». Сейчас это главный теоретический журнал по искусству в мире. Назван он в честь фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Так вот, Розалин Краус, она была ученицей Клемента Гринберга, И она говорит, что мы живем сейчас в эпоху постмедиальности. Наоборот, когда у нас чистых медиумов нет, нельзя заниматься только живописью или чем-то иным. Что искусство трудно распознать, где у нас объект, где у нас инсталляция, что-либо еще. И самое главное, что с этого момента в постмодернизме говорится, что эстетическая категория из искусства уже уходит. И что чем дальше от ремесленного совершенства искусства, тем для искусства лучше. В концептуализме бал править стали идеи. Главное – это идея. В 1981 году Иэн Бёрн в журнале Art and Text вводит такое понятие, как «дескиллинг» или депрофессионализация. Так вот, если художник, парадокс, не умеет рисовать, это только лучше для искусства. Если у нас есть идея какая-то, то, конечно, многие художники и ремесленники ее могут воссоздать. Но для искусства важнее уже идеи. И вот мы подбираемся, собственно, к 89-90 году, тем рубежам, на которых у нас как бы отчитывается вот самое современное искусство, что мы называем contemporary art. В 1989 году падение Берлинской стены, которая изменяет мир. В это же время проходят студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь. И в Восточной Европе происходят демократические революции в таких странах, как Польша, Румыния, Чехословакия, Венгрия и так далее. А в 90-е годы у нас запускают космический телескоп Хаббл, который открывает как бы дальний взгляд, дальние горизонты возможного видения. И это этот телескоп – прекрасная метафора безграничного воображения. То есть пространство для художника открыто во все стороны. В 90-м году стартует проект «Геном человека», и также, конечно, появляется всемирная паутина «Интернет». Мир преобразился, мир стал другим, и искусство, конечно же, за ним должно следовать. Наступает эра индивидуального видения. Если у нас раньше искусство постимпрессионизма выходило из импрессионизма, абстрактный экспрессионизм в каком-то мере из фавизма, концептуализм из минимализма, то сейчас художники могут творить в перформансе, в инсталляции, видеоарт, сайт-специфичное искусство. Искусство может быть постколониальным и каким только нет. То есть все эти направления сейчас существуют параллельно друг другу. Но давайте рассмотрим несколько примеров современного искусства. Например, знаменитая акула Демиана Хёрста, которая называется «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Демиан Хёрст погрузил тигровую акулу в формальдегид, в огромный аквариум. По-моему, он около 23 тонн весом. И человек, когда находится рядом с этой акулой, вообще одна из требований к этому чучелу у Хёрста было, чтобы оно производило на человека страх, что эта акула может тебя съесть. И вот впервые обычный зритель так близко сталкивался вот с этим машиной смерти, так сказать. То есть оно действительно человека впечатляло. Бывает такое искусство, а бывает искусство, как банан Маурицо Кателана, который называется комедиан, то есть комик или комедиант можно перевести, 2019 года. Это обычный настоящий банан, приклеенный скотчем к стене. И это тоже искусство, это скорее повод поразмыслить, что вообще можно считать искусством, а что нельзя. Здесь главнее форма или идея. Ну, конечно, идея, потому что банан через какое-то время он сразу же у нас разрушится. Из русских художников можно привести в пример одного из основных фигур московского концептуализма Андрея Монастырского. У него есть работа «Ветка» 1996 года, которая произвела тоже большущий скандал, когда в 2019 году Зельфира Дригулова, тогда директор Третьяковской галереи, сказала о том, что эта работа закуплена в фонды Третьяковской галереи на Крымском валу. И тоже поднялся скандал, потому что это произведение представляет собой доску, на которой укреплены 4 рулона скотча, чуть приклеенные и отведенные вниз. И через эти 4 мотка скотча проделана ветка, просунута. Это вещь, над которой тоже можно очень долго рассуждать, и как и простейшая, вот одна из простых его трактовок, как музыкальный инструмент. Если мой дернет за эту ветку какой-нибудь зритель, который не поймет этого произведения, то издастся характерный звук скотча, ну и тогда это произведение перестанет существовать. Но здесь, конечно, тоже у нас важнее концепция. Главное требование вообще для искусства – это, конечно, раскрепощение и освобождение формы. И если у нас человек будет, художник, скован какими-то догмами, правилами или нормативами, конечно, современного искусства не выйдет. Поэтому зрителям современного искусства нужно, конечно, затрачивать время на то, чтобы это искусство понять, пытаться разобраться. И если мы будем в нем разбираться, оно откроется, конечно, нам с новой грани.